Здравствуйте, вот это видео про ваши одуванчики. Вот все ваши 5 одуванчиков. Один одуванчик уже установлен на двухсторонний скотч, на мой тестовый адаптер, на котором я вам сейчас буду все это дело показывать. Вот профессиональный калибр. Два тюбика клея. Итак, первый одуванчик для вашего пиццоля. 58 миллиметров. Фокусное расстояние диафрагмы прошел 1,8, поскольку диафрагму 1,9 компания Canon не предусмотрела для своих объективов. Соответственно, одуванчика это уже запрограммировать нельзя. Специальная полочка, которая предназначена для наклейки одуванчика на пустотелые переходники. Таких полочек я положил вам еще к трем одуванчиком, которые предназначены для наклейки на X-Acto, мало ли вдруг понадобится, хотя я уверен, что если у вас переходники такие же, как у меня, то там не нужен будет специальная полочка для того, чтобы установить одуванчик. И для пиццоля, вернее для зенитара 85-1.4 полочка не нужна вовсе. Картинка будет пропадать, когда я буду класть смартфон, и появляться, когда я буду наклеенный одуванчик на моем переходничке показывать на работоспособность в моей камере. Итак, приступим. Первый одуванчик для пиццоля 58-1.8. Запрограммирован фокус на 58, диафрагма 1.8. Задержка входа в режим программирования изменена во всех чипах с 10 до 1 секунды, для того, чтобы вам было удобно потом войти в режим программирования. В режиме AI-серво съемка происходит в режиме OneShot. И в режиме AI-серво вы сможете зайти в режим программирования и перепрограммировать время, вернее, запрограммировать нужную поправку для точности фокусировки, поскольку я больше чем уверен, что у каждого объектива будет какой-то свой собственный показатель бэк или фронт фокуса. По умолчанию эта поправка установлена на серединное значение 0,9, плюс-минус 17 ступеней в ту и в другую сторону. Так, это был первый одуванчик. Второй одуванчик 85-1.4. Так, вот он второй. Вот, фокусная 85, диафрагма 1.4, время входа в режим программирования 1 секунда. Третий одуванчик 100 на 2.8. Диафрагма, фокусная 100, время входа в режим программирования 1 секунда. Программировать лучше всего в режиме AI-серво, поскольку в этом режиме нет блокировки затвора. В режиме OneShot будет блокировка затвора до момента появления фокуса. Третий одуванчик 52,8, вернее четвертый. Диафрагма 50, фокусное расстояние, время входа в режим программирования 1 секунда. И пятый одуванчик 135 на 3,5. Диафрагма 3,5, фокусная 135 мм, время входа в режим программирования 1 секунда. Все одуванчики запрограммированы, полностью работоспособны. Не забывайте перед тем, как наклеить одуванчик, зачистить поверхность до белого металла, чтобы не было хромированного покрытия, иначе клей не будет держать
никакой клей не будет держать одуванчик. Клейте очень аккуратно, не наливайте клей из тюбика прямо на байонеты. Перед наклейкой одуванчика байонет спецваля и байонет зенитара я вам советую открутить. Если зенитара байонет не откручивается, тогда вы просто чем-нибудь заложите заднюю линзу, чтобы мусор не попал при установке одуванчика туда. И обязательно клей наливаете на какую-то поверхность, с нее берете спичкой или зубочисткой и наносите тоненьким слоем на место наклейки одуванчика. С помощью профессионального калибра вы не ошибетесь с наклейкой. Вот, калибр обычно его хватает более чем на 1000 одуванчиков. Так что всегда обращайтесь, всегда сможете приобрести одуванчики с гарантией работоспособности у меня еще. Спасибо за внимание.